О, узнали. Вы представляете, не выходя из дома, сесть и очень таким красивым, я вам не буду это показывать, какой у него ангельский голос. Вот учить убивать деревья ангельским голосом. Причем она даже не понимает, что она делает. Вот здесь она еще загущает дерево. Вы согласны, что она загущает? Нет? Она себя развивалась, никому не мешала. Вот, обрезка плодов, где она не говорит, она сеянцевая, привитая, так. Ну, судя по кроне, это все-таки сеянцевое дерево. Сеянцевое дерево в обрезке вообще не нуждается. И вот она все изувечила его, так. Потом она учит, как находит лишние ветки. Вот, смотрите. Эта фотография, клянусь Богом, я просто на вас экономлю время, тоже взята из интернета. То есть Садона не было ни разу. Вот. А дальше, вот, эту фотографию я нашел в интернете сам уже, это не ее. Почему? Обратите внимание, что бывает, когда у вас это, руки чешутся, как говорится, на Мерлин, почитайте в другом месте. Вот он берет, и сейчас дерево загущенное, а оно действительно страшно загущенное. Когда листья, тут вообще ни просвета не будет. Но дело в том, что это дерево искалечено было раньше. Я вам докажу это. Смотрим дальше. Вот это вот мой двор. Это мое пособие. Вы уже даже с моего балкона не раз видели. Я показывал, как защищается корневая шейка. Ну, помните, да? Вот. Вот это вот я подходил, тоже спрашивал у дворнички, зачем она режет. Ей приказали. Но это ладно, пригодилось. Итак, если чем сильнее режешь, вы убедились? Вот это все вторичное. Полностью крона была уничтожена. Полностью. Вот. Ну, она была нормальное дерево, никому не мешало. У нас по городу калечат деревья тысячами. Дикоросы за деревья не считают. Это знаете как, плебеи, что их жалеть. Пусть будут красивые. Вот, дурь. Она тут никому не мешает, тут целая роща была. Ну вот они сделали. Вы убедились, крайний случай. Смотрим дальше. Вот. Вот когда это уже у нее, видите, вот она приводит пример. Волчки полезли. Какая наглость. Волчки полезли. Будем уничтожать, да, будем уничтожать. Вот вопрос, почему полезли, смотрим дальше. Вот она, это опять она. Это дерево тоже из интернета. Ни одного ее нету. Вот, смотрите, для чего, ну, отвлекусь. Я про обрезку говорю, но это тоже касается обрезки. Вот оно густо замазано, да? Было куплено, было разведено, было замазано. Зачем? Ну, в который раз говорю, для того, чтобы не было морозобоин, ран на дерево, чтобы не было солнечных ожогов. Правильно же? Правильно. На черта она тогда вот это вырезала. Ну, я еще понимаю, если была сухая ветка. Не верю. Вот здесь не верю, что была сухая ветка. Это просто сделали чашеобразную крону. Получилось красиво. А дальше начнется что? Ну, мало того, что вот эта дурная работа, на черта. Я всегда. Вот они даже не дают себе отчет. Белят и калечат. Белят и калечат, спасает и калечат. Вот два слова, да? Их же никак синонимы надо. Спасать и калечить. Спасать и калечить. Палки. Смотрим дальше. Вот. А деревья сопротивляются. Видите? Это опять у нее же. Тогда скажите на милость, вот это зачем, если вот это зачем, а? Вот. И все это почти миллион просмотров. Ну, эту фотографию я вставил, почему? Они не понимают, вот вы сейчас чуть не дальше поймете. Вот это дерево, на нем плесень, видите? Тут маленько, ну, тут вот она плесень белая. Вот, это уже не побелка, это плесень. Вот. Листья больные, все больное. Представляете, какие тут яблочки были, если были. Вот это стопроцентное, вот это стопроцентное следствие больного дерева. А ей-то это невдомек, ее же учили. 19 века, 20. Она считает, что она такая умная, она дальше этого не идет. Она не видит даже то, что мы с вами видим. Вот. А не видит она сейчас, увидите, чего. А, вон она еще, вот это дерево, да. И казалось бы, вот распяли его. Это для меня это слезы вызывает, да. Вот оно будет раньше плодоносить, да. Вот. А черта с два. Это самое. Потом, ну, что-то вверху видите, что-то внизу видите. Вот. Вот и эта фотография из интернета. Промелькнула, помните?
Вот. Тоже. Она хоть достает себя, честно, что вот здесь будет страшная рана. Страшная рана. Вот. Что она творит? Это ужас. Вот, пожалуйста. Вот. И главное все это преподносить. Никак нельзя, а как правильно отрезать, она целую науку придумала. Вместо того, чтобы не трогать дерево. Вот. Ну, узнаете? Вот там, где я показал сотни там этих фотографий. Вот оттуда она срямзила. А обратите внимание, она не отдает себя все в следующем. Кто-то взял, а у нее предшественников много было, изувечил дерево так, что оно покрылось мхом. Вот это я вам перевожу на нормальный язык. Вот нас мало, но мы в тенежках. Нас, может, потом каждый расскажет, чтобы не вздумали так делать. Вот на черта отрезать, когда оно уже умирает, да? Вот представим себе, реанимация. Кто-то лежит, вы же любите деревья, вот, любите людей, кто-то лежит с ваших родственников, да? А у него и так проблемы. Может, после операции огромная температура, послеоперационный шок, гниет, как меня чуть на могилу не отправили. И в это время подходит доктор и говорит, да, давай-ка, и начинает отстригать. Нет, не ногти, а прям пальцы. Один, другой, третий. А поотрезал, говорит, это вам на пользу. Вот это происходит на наших глазах, вот этот снимок, да? А она не понимает этого. Вот. Это я просто, это был видеофильм, а я просто фотографии прям останавливал кадр и снимал фотографии. Вот. Видите? Вот это она. А где она взяла снимок? Ну, внимание. Похож? Он? Ну, вот это вот ямочка, вот это он. И вот, здесь отчетливо видно, что дерево совершенно больно. К нему нельзя подходить. Друзья, мне за все годы задали сотни раз вопрос. У меня болеет дерево. Ну, там, понятно, в разговоре выясняется, что 90% случаев оно изувечено было. Что делать? Я говорю, не трогать. Все, вы свое дело сделали. Не трогайте. Но оно умрет. Ну, умрет. Вот. Ну, не дай Боже что-то с ним еще делать. Есть варианты, но они не универсальные. Где-то какие-то случаи помогает обрезка. Но не вот такая дебильная, которая добивает. И я боюсь говорить, давайте я вас научу делать специальную обрезку. Я вам говорю, не подходите к дереву. Потому что можно сколько угодно рассказать этому самому рубщику мяса, как вырезать аппендицит. И вы знаете, вырежет. Ну, одного там на тот свет отправит, второго, ну, научится, и пятого вырежет, и тот даже выздоровеет. Вот так. Видите, что делается? Вот, пожалуйста. А вот не видеть связи, еще раз смотрите. Я второй раз показываю. Видите? Это же снимок. Не видеть связи с тем, что обрезок приводит к загущению. Вот. И резать, загущать, резать. И не видеть этой связи, что сами уничтожаем деревья. Вот этот самый пример, да? Вот этот, сейчас я вернусь. Этот рисунок, который обошел всю литературу, это... Самое страшное, что он в научных трудах везде. Вы думаете, у них много фантазий ученых? Вот. Не, вот он. Это страшный рисунок. Вот. Вот здесь еще, слава богу, здесь нет обрезки на кольцо. Тут тимирязи еще дальше пошли. Здесь просто укорачиваются ветки. Когда в каждой ветке, они, может быть, этого не знают. Им кажется, что они осветлили дерево. Осветлили. А на самом деле, каждая отрезанная ветка, нижний несколько почек просыпается и дает от 3 до 5, как правило. То есть загущение. После вот этой третьей, уже, когда в этом возрасте снова обрежет, после этого уже получается такое, ну, я вам показывал ниже. Она показывала, эта же дама, но не понимала, о чем речь. Вот. Вот так мы живем. А потом, знаете... Мне еще интересно вот эта связь, когда аспиранты тимирязевки, люди, ну, мягко говоря, небогатые, нанимаются, и вот так вот, это самое. Вот. Но это уже последствия. Надо не допускать этого. Выдумывать всевозможные формы кроны, это резать. Отрезали ветку, пробудили несколько почек. Вот. А вот это я очень удачный снимок. Крайний случай, поняли? Самый крайний, вот он. Вы представляете, что можно натворить, если вот так вот бездумно чикать за 2-3 года? Ну вот.
Я наконец высказался. Надеюсь, я в этот раз говорю без истерики, с тоской. Вот. Это тоже великая глупость. Она же как? Взяла подходящую фотографию. Это, не выходя из кабинета. А так как вы видели, помните тот самый снимок? Ведь больное дерево трогать нельзя, а они его дальше калечат. А снимок такой в сотне материала оказался. Вот. А они, вся сотня не пошла резать, не пошла показывать свои умения, да. Они просто вот так вот, просто вот это. И ведь что интересно, да, перешли на видеофильмы, раньше были статьи, так, а сейчас перешли на видеофильмы, и вот результат. Фотографии, статьи все те же, интернет это всегда все собрано, и давай. Ну, в общем, проехали мы это все, поняли, да. Вот этот снимок знаковый. Вот, у меня они такие снимки особые, у меня их такая сотня, вот, потому что этого не видит никто, так сложилось. А, ну, еще рядом соседнее дерево, я хотел сказать, вот это обломы, они, конечно, это люди ломали, это же двор, вот, но даже если в природе эти обломы, смотрите, как обрастает дерево. Цель загущения, еще раз, это мгновенное, причем довольно быстрое. Вот, чтобы, не дай бог, вот здесь вот по штамбу текла вода. Была бы нормальная крона, не текла бы. И вот она быстро-быстро спасает, вот чтобы не текла вода. Потому что это самое место опасное. А уж плодовых-то особенно. Абрикос с сухих мест, там, груш сухих мест и так далее. Вот. И, а этого не понимают. И снова берут бесконечное количество раз, берут этот секатор и давай опять, не помогает дерево, мешает. Вот. А с самого начала совершена была страшная ошибка. Непонимание, что творится. Роль дерева. Вот, обломали ветки, обломали. Может, мальчишки обломали. Сразу, мгновенно. Ведь посмотрите, сколько их тут же появилось веток. Оно спасается, это не то, что вот, ой, оно загустилось, оно бедное будет плохо плодоносить, не будет это самое. Главное для дерева здоровье, потом плоды. А тут так получается, мгновенно, и тут же бы, вы знаете, что, вот, пусти сюда этих самых, они себя, кто не имеет образования специально, они себя экспертами называют. И они начали сейчас тут же чистить штамп, вот как те эти, безобразованщина эти, феи. Которых это самое вреда в 1000 раз больше, чем пользы. Занимались бы своими с это самое редиской, хоть вреда бы не было. Это сосед. Он тоже начитался чечевидной формы дел. Вот видите сколько. А потом вот это все называют жирущими, называют волчками, называют бесполезными. В лучшем случае бесполезными. Раз бесполезные, отнимающими силу. И вот совершил одну ошибку, отрезав центральный проводник, снизив крону, все. А взамен получили вместо, ну, в десятки раз больше веток. Зато мелких, зато это дерево потеряло здоровье, дерево потеряло морозостойкость и так далее. А это снимок я специально уже, ну вы понимаете, вот когда вы видели там фотографии, где это... Из трех веток, толстенную ветку отрезает этим напильником. И ведь это она 900 тысяч человек смотрела у этой дамы, чтобы вот ветку убрать. А вот результат. Не видит никто. Вообще не понимает, что творится. Вот. Ну, давайте так. Снимок старый. Ну, я тогда уже маленько соображал. Приезжало телевидение, снимку где-то лет 12. Я тогда начал не только садить, но учить. И вот я в руках держу саженец. Согласитесь, что это не халтура. Тем не менее, этот саженец, когда будет посажен, останется центральный вот этот вот, ветка наиболее вертикальная, она будет подрезана на 1/3, это обязательно. Вот. А боковые вот эти, вот, они будут с помощью, вначале очень сильно обрезаны, где-то на 2/3, если центральный на 1/3, на 2/3, и станут... Вот так, ну пусть их не 4-5, как вот принято, что в ярусе, а только 2. Я привык взял с тремя пальцами. Но они будут одна сюда. То есть дерево будет более-менее равномерно распределена нагрузка, и вид у него будет приличный. И на этом все. И не надо, и не будет лишнего это загущения. А, да, вынужден обрезать,
во-первых, для меня это уже повреждение, хотя это вам кажется корни целые. Вот здесь при посадке теряется где-то, ну, одна треть уже не поступит сюда. А это страшная беда. И спасти можно тем, что не просто обрезать, а с запасом. То есть для меня норма 1/3 центральный побег, боковые 2, немножко можно подровнять с помощью, где-то веточку подвязал, где-то чуть-чуть оттопырил с помощью, если она почти вертикальная, с помощью колышка, чуть-чуть ее оттопырил, отогнул, все. Но в сумме отрезается не меньше 50% кроны, это осенние, при таком прекрасном коме земли и почти целых корнях. И вот, получается, я обрезал даже, может быть, запасом. Но тут, получается, впереди мощный рост. Запасом. Вот так вот. Не жалея. Вот это уже по Железову. Вот. А что творят они, я вам ниже покажу. Мне еще для вас интересно. Мне прислали, говорят, прокомментируйте ролик.